Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тьютеры». О всех аспектах обучения в московских духовных школах мы беседуем с теми, кто помогает студентам здесь учиться. То есть с тьютерами. И тема сегодняшней нашей встречи – что нужно знать абитуриенту, поступающему в семинарию, помимо вопросов к экзамену. С вами Михаил Федоров и Альвиан Хилидзе. Наш гость будет с минуты на минуту. Священник Дмитрий Борицкий – тьютор и преподаватель Московской Духовной Академии, 1981 года рождения. Окончил Северо-Восточный Государственный Университет, Московскую Духовную Семинарию, Московскую Духовную Академию, кандидат богословия. Рукоположен в диакона в 2009 году, во священника в 2010 году. Вы помните себя абитуриентом? Помню, это было очень давно. Десять лет назад. Поэтому воспоминания немножко расплывчаты. А что бы вы нынешнее сказали себе тогдашнем? Ну, наверное, меньше волноваться и больше уповать на Божий промысел, нежели на свои силы. А какие экзамены сейчас дают при поступлении в Московские духовные школы? Ну, это экзамены, которые соответствуют четырем учебным направлениям. Во-первых, это священная история, Ветхий и Новый Завет. Затем это церковная история, история Древней Церкви и Русской Церкви. Это практические дисциплины, которые включают в себя литургику и, возможно, богослужебный устав, то есть практическую литургику и теоретическую литургику. И это вероучение церкви. А этих экзаменов достаточно для того, чтобы отсеять недостойных? Недостойных? Но ну, я бы, не знаю, я бы, наверное, так вопрос не ставил, чтобы отсеять недостойных. Вот я бы сказал так, что этих экзаменов достаточно для того, чтобы совершился промысел Божий вот, на тех людях, которые поступают сюда. Потому что ну, трудно сказать, кто достоин, кто недостоин. Потому что человек не поступил в этом году, это не значит, что он недостоин. Потому что он достоин поступить в следующем году, потому что вот, Господь так распорядился. Но в любом случае этих экзаменов достаточно для такого объективного отсева. Я думаю, достаточно, потому что экзамены не заключаются не только в аудиторных экзаменах, да, в собственном смысле слова. Экзамены заключаются и в том, что студенты проходят ряд собеседований с представителями администрации. И не только с представителями администрации Московской Духовной Академии, но и с духовниками Троицы Сергеевой Лавры. Вот, поэтому э, это такое всестороннее испытание человека, испытание его интеллектуальных способностей, его духовных, душевных сил. Что из того, что не спрашивают на наступительных экзаменах, Желательно бы знать абитуриенту. Ну, что касается таких знаний кни книжных, трудно сказать. Потому что, ну, скажем так, в, в объеме закона Божия спросить могут все, да, наверное. Вот в размере курса Слободского. Вот мне кажется, самое главное, студенту нужно знать, что уповать он должен не на собственные силы, да, там, интеллектуальные силы. Он должен быть готов, безусловно. Но в первую очередь он должен понимать, что вот сейчас совершается промысел Божий и должен плавать в первую очередь на волю Бога. А абитуриент должен хотеть стать священником? Хорошо, если абитуриент хочет стать священником, но опять же это не обязательное условие для поступления в семинарию, потому что вот это желание, это хотение стать священником может потихонечку вот как семечко вызревать в душе студента на протяжении всего процесса обучения в московских духовных школах. Важно, чтобы студент ни в коем случае не отвергал эту возможность стать священником, даже если у него нет еще прямого такого желания при поступлении. То есть он должен позволить себе вот эту возможность рассматривать. И когда это желание в нем появится, он не должен от него отворачиваться. А то, что это желание появляется не у всех сразу, это просто очевидно. Вот, вот за себя скажу, что когда поступал в московские духовные школы, я вообще не думал, что стану священником. Я поступал в учебное заведение, вот, в богословский институт. Вот, но тем не менее, вот, по, по ходу учебы вот это желание оно потихонечку проросло у меня, и уже на пятом курсе семинария я принял священный сан. Насколько розовыми и несоответствующими действительности видят мир э, абитуриенты, которые поступают в семинарию? Но опять же, трудно сказать, потому что все поступают э, в разном состоянии. Вот все приходят, э, то есть занимались, что называется, на гражданке разными родами деятельности. Кто-то закончил университет, кто-то пришел после школы, кто-то пришел после армии, кто-то из священнической семьи, кто-то из семьи менее воцерковленной или вообще не воцерковленной. И поэтому говорить э, о том, что у всех одинаковые представления да, и одинаковое несоответствие, вот, во взглядах при поступлении в семинарии, ну, сложно. Потому что, наверное, дети священников — это люди, которые имеют наиболее адекватное представление о церковной действительности. И поэтому, когда они поступают, вот этих розовых очков у них, ну, меньше, чем у других на глазах. Вот, дети, которые пришли из неверующей среды, вот, наверное, конечно, да, они не очень адекватно воспринимают себе церковную действительность. А как вы считаете, во сколько лет лучше поступать в духовную семинарию? Все зависит от... Опять же, эм, неплохо было бы поступать после школы. Почему? Потому что человек чистенький, свеженький, душа еще, э, скажем так, не глотнула вот этой грязи мира, и к священству он может подойти с большим вот именно душевным и духовным потенциалом. С другой стороны. Хорошо человеку пройти, получить какой-то опыт жизни, опыт жизни именно светской. Вот почему? Во-первых, это профессия, да, то есть когда человек пришел после армии, получил в армию какую-то профессию или опыт общения с людьми после университета, может быть после работы да, на каком-то светском предприятии, этот человек сможет себя затем в будущей своей пасторской деятельности реализовать себя еще и как какой-то профессионал, профессионал в какой-то конкретной области. Соответственно, и отношение к нему будет, вот, то есть его паства, его посомых, То есть он будет иметь какую-то статусность в обществе. Вот, к нему будут приходить не просто как к хорошему батюшке, к нему будут приходить как человек, который имеет какой-то именно опыт житейский. А, с другой стороны, человек, который пришел после вуза, да, или имея какой-то опыт светской жизни, он может быть отягощен вот всеми вот этими отрицательными моментами, которые встречаются в нашем обществе. В том числе иметь опыт греха, вот разной степени, разной тяжести. И безусловно в будущем на его пасторском служении это как-то скажется. Да, это скажется не в том, что Господь его обязательно накажет за то, что он совершил какие-то грехи, а теперь он стал священником. Нет, это скажется, возможно, на каких-то психических его состояниях, да, возможно, это скажется на вот на духовных каких-то состояниях человека. То есть безусловно в будущем это проявит себя как-то в священническом служении. Какое образование вы бы посоветовали получить техническое или гуманитарное? Тут опять вот ответ не вопрос такой неоднозначный, потому что если взять даже нашу преподавательскую корпорацию, то в основном ее составляют люди, которые пришли в семинарию, имея уже светское образование, светские степени научные, и это не только гуманитарии, да, но это и технари, что называется. Вот. Плюс это математики и физики, математики, физики, теоретики, теоретики. И вот, как показывает ну, статистика, как раз-таки последних физиков, математиков, технарей среди представителей нашей корпорации больше. И это люди, которые ну, наиболее приспособлены к ведению какой-то глубокой научной деятельности. Вот. Ну, посмотрите на всех наших выдающихся современных ученых. Да? В основном это именно физики, математики, ну, и вот люди, которые имеют техническое образование. Допустим. А у вас какое то а, У меня, ну, можно сказать, гуманитарно, я филолог по его образованию. Филолог. Поэтому тут сложно сказать. Мне кажется, нужно вот так вот подходить к этому. У кого, куда душа лежит, вот, тот туда и должен идти. Вот, склоняешься больше к физике, к математике, вот, или там, к биологии, пожалуйста, иди на естественные какие-то факультеты, на естественное отделение. Больше тебя тянет к поэзии, к литературе, Иди на гуманитарные, там, к истории, на гуманитарные какие-то отделения. Но потом в любом случае ты сможешь вот эти полученные знания, да, помноженные на твой талант или твою любовь к этому предмету, приложить и на ниве вот, церковной богословской науки. Знаете, в семинарии много поют в хорах. Нужно ли абитуриенту специально готовиться э, к этому послушанию? Может быть, брать уроки вокала или э, освоить какой-то инструмент музыкальный? Ну, сам я, к сожалению, не получил музыкального образования, вот ни в школе, ни в институте этим не занимался, ни в семинарии, вот и поэтому я считаю, что не нужно студенту да, получать специальное музыкальное образование, потому что если есть вокальные данные у человека, то в хорах его распоют. Вот есть случаи живые на моей памяти, когда приходил студент, имея хороший голос, хороший слух, не пел в хорах. Всю жизнь водил экскурсии в ЦАКе, допустим, или нес послушания в лавке. Вот. И тем не менее, на каких-то мероприятиях да, он отличался очень хорошими вокальными данными. И другой студент, который приходит в семинарию, вот, его берут в хор, и он даже на протяжении вот, времени учебы не может распеться. То есть он находится на уровне ниже. То есть здесь все-таки естественные какие-то способности у человека должны быть. И специально тратить время на то, чтобы улучшить свои естественные способности при поступлении в семинарию, до поступления в семинарию, ну, мне кажется, это лишняя потеря времени просто. Вот. то есть здесь попадешь, распоют, все будет нормально. А знание какого-нибудь древнего языка облегчит обучение в духовных школах? А вот это да. Знание древнего языка, безусловно, облегчит обучение в духовных школах. Почему? Потому что вот именно в московской духовной семинарии на изучение древних языков и вообще языковому компоненту отводится очень большое внимание, очень много времени. И даже как показывают вступительные экзамены в академию, наши студенты они качественно отличаются от выпускников других семинарий. И академия она ориентируется именно на наших студентов. То есть наши студенты всегда в выигрышном положении. Но за счет чего это делается? За счет того, что половину свободного времени, своего времени учебы в семинарии, студент тратит именно на языки, на древнегреческий и на латинский язык. Вот. Зачастую в ущерб другим предметам. И многим ребятам это действительно втягость. Вот, то есть они не учат, допустим, церковную историю, они не учат э, патрологию, они не учат э, то же самое, церковным пением не занимаются. Они изучают древние языки для того, чтобы стать экзамен на четверку, там, на пятерку или хотя бы на тройку. И поэтому человек, который приходит с знанием древних языков, он полдела, вот именно образовательного, такой, что касается теоретического образования, уже решает. И в свободное время или в учебное время он может заниматься теми предметами, которые ему нравятся. Потому что все-таки ну, мы с вами понимаем, что язык это ключ, это вспомогательный инструмент, это не самоцель. Вот. Зачастую у нас изучение языка превращается в самоцель, потому что человеку он трудно дается, и он очень много сил туда вкладывает, ущерб другим предметам. Человек, который пришел со знанием древнего языка, древний язык уже откладывает в сторону и занимается именно теми предметами, которые должен заниматься церковный ученый, скажем так, вот в этом преимущество знания древних языков до поступления в семинарию. Ну, раз уж мы ищем легких путей, у меня такой вопрос. Детям священников гораздо легче учиться в семинаре, чем простым? Я бы сказал так, что детям священников учиться легче в каком плане? Им легче приспособиться к быту, именно к церковному быту. Не только к быту в семинарии, но именно к быту церковному. То есть для них легче смириться с тем фактом, что над ними будет стоять начальник, иерарх какой-то. Для них легче смириться с тем фактом, что их могут рукоположить, послать в какую-то далекую епархию. Он должен подчиниться, он должен поехать. Для человека, который э, пришел из светской среды, это иногда стресс очень большой. Ему непонятно, почему какой-то человек должен распоряжаться его жизнью. Или зачастую очень трудно это понять, смириться вот с этим таким положением дел. И в этом плане, конечно, дети священников, ну, на мой взгляд, они находятся в несколько выигрышной ситуации. Вот, то есть у них нет вот этих вот внутренних таких борений, мучений, да, вот психологических именно. Вот, но с другой стороны, э, зачастую дети священников это такие лентяи. Ну, люди. Но опять же, вот из практики свои преподавания, да, вот у детей священников как-то у них туговато вот с учебой почему-то. И учатся лучше как раз таки те люди, которые пришли из мира. Они больше ценят, что ли, нахождение в стенах духовных школ. Для них это некий шанс, некий шанс на лучшую жизнь, что ли, на жизнь более духовную, не знаю, как это сказать правильно. У вас были борения? Нет, я живу из священнической семьи. Никаких борений не было. Это программа «Тьютеры», подготовленная киностудией Богослов. Мы выясняли, что нужно знать абитуриенту перед поступлением в духовную школу. Что знать, к чему готовиться и чего бояться. Все подробности в наших последующих выпусках. С вами были священник Дмитрий Борицкий, а также Михаил Федоров и Альвиан Хелидзе. До встречи!